Сегодня мы проводим открытый чемпионат Харьковской области по казацкому двубою. На нашем турнире представлено 30 команд из Харьковой области. В общей сложности 400 участников. А этот турнир является отборочным перед чемпионатом Украины, который пройдет 11-13 октября этого года в городе Киев. Вот, где будут отбираться бойцы уже на международные турниры. Сегодня мы проводим наш турнир в Национальном педагогическом университете имени Сковороды, который является центром культуры казачества, владыря ректоров Ивану Федоровичу, который помог нам организовать этот турнир, поддержал нас и выделил этот спорткомплекс для проведения данного турнира. Спасибо им большое за поддержку. Мы очень благодарны организаторам турнира за приглашение. Мы уже неоднократно выступаем на подобного рода соревнованиях. Наша команда в составе 36 спортсменов сегодня представляет наш клуб «Дангун». Мы очень рады, что находимся в этом зале. Наша команда очень сильно пропагандирует здоровый образ жизни. Ребята достаются с улицы, они общаются, дружат. Хотелось бы всем участникам соревнований пожелать честных побед. Ну и просто побеждать сильнейших. На сегодняшнем турнире я стала чемпионкой Харьковской области по казацкому двубою. Выполнил таким образом норматив кандидата мастера спорта. Тренируюсь я в спортивном клубе «Владибор 97» у Рыхлицкого Ивана Петровича уже 8-й год. За это время я неоднократно побежала на многих турнирах. Хотелось его поблагодарить за то, что он помог тренировать меня, и я стала чемпионкой. Моя цель – получить мастера спорта. Хочу поблагодарить маму за то, что записала меня на секцию кикбоксинга. Хочу, чтобы каждый начал заниматься спортом, и так наша нация будет здоровой. На этот спортивный праздник наша команда под названием «Спорт Тим» прибыла в количестве 12 человек, среди которых дети, взрослые, подростки. Что хочется сказать и отметить, это уровень проведения соревнований. Очень приятно участвовать, дети всегда довольны, всегда возвращаются с призами, с медалями, с грамотами, с кубками. То есть организация на высочайшем уровне. Огромнейший плюс в том, что данная федерация ставит акцент именно на наш национальный вид спорта, который нужно развивать.